Семейка. Но папа говорит, что наших способностей не надо стыдиться. Они делают нас особенными. Все особенные, Дэш. Это то же самое, что никто не особенный. Все в порядке, дети. Мы просто обсуждаем. Довольно громкое обсуждение. Да, но это нормально, потому что мы с мамой всегда в одной команде. Мы всегда противостоим силам... тупизны? Я хотел сказать зла. А ты чего ждешь? Не знаю. Наверное, чудо какого-нибудь. Я тоже, малыш. О, а? Чё?